Работы много, сажаем сальвию. Салия, бархатцы, петуния, бегония. Казань расцвела в многоцвете. В этом году город украсили 5,5 миллионов цветочной рассады и 10 000 вазонов. И это рекорд. Цветы 2 раза больше. Мы готовимся на футбол. Везде сажаем. Центр очень красивый будет. Везде, где это футбол идет, там везде очень красивые цветы. Очень красивые архитектора у нас с нами работают. Плитка к плитке завершается благоустройство набережной озера Кабан, пешеходная велодорожка, освещение, деревья и цветущие многолетники. Первая очередь откроется уже к чемпионату мира по футболу. Здесь будет настоящий цветочный каскад. Приятные изменения ждут и парк Черное озеро. Здесь в ближайшее время поселятся пара черных лебедей. Именно для птиц Адилия и Зигрифт выбраны не случайно, как герои классического балета «Лебединое озеро». Ведь семейное гнездышко будут птицы в специальном домике, который прошел все архитектурные согласования. Озеленение города, конечно, это всегда положительный момент, потому что воздух становится чище, нам становится приятнее гулять, нам становится приятнее. Очень здорово. С ребятишками ездить гулять. Туристов, которые приедут на чемпионат мира по футболу, это будет сюрприз и подарок. Игровая площадка, экологические тропы, 20-метровая горка. Осенью запланировано благоустройство Горкинско-Метевского леса. Здесь, кстати, появится и первый общественный огород, а в парке крылья советов, амфитеатр на 142 места и огромная клумба с круговой скамьей. Те зоны, которые посвящены гостеприимству, мы над ними начали работать раньше, и раньше появились концепции, проекты, и их уже можно внедрять. А вот парки, которые находятся ближе к жилым домам, мы, в принципе, первый круг обсуждения с жителями уже прошли, кое-где прошли уже второй круг обсуждения, получили необходимое количество пожеланий, замечаний. Все оставшиеся вопросы сразу после чемпионата приступим. И в хорошие погодные условия, включая сентябрь, начало октября, завершим те работы, о которых мы планируем. Всего в этом году на благоустройство общественных пространств выделено больше 1 миллиарда рублей. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом. Алина Бережная, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.